Генеральный перевозчик «Алроса» общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Дортранс» продолжает выполнять план грузоперевозок. Работает по направлениям Мирный, Айхал, Удачный, Верхний Амуна. Основной груз – дизельное топливо и небольшие объемы других нефтепродуктов. С начала года перевезено 83 тысячи тонн. Из сухогруза основное наименование – клинкер. Его перевезли 34 тысячи тонн и селитра. В числе стандартных грузов «Алмаз Дортранса» – пиломатериал, металлопродукция, горная техника и спецодежда, поступающие из Усть-Кута. На сегодня «Алмаз Дортрансом» перевезено 288 тысяч тонн грузов. Впереди еще много работы. Очень большой объем крупногабаритной горной техники подходит. То есть у нас задействованы на перевозке 6 полутралов, которые у нас в течение лета перевезли очень значительный объем груза. На сегодняшний день по перевозкам сентября месяца идем с выполнением 95%. По году выполнение у нас с начала года 100%.